Самовар. Всем привет, меня зовут Рамиль, я председатель татарского землячества Якташ в РГУ нефти и газа. Мы сегодня на канале «Штаб татарской молодежи», рубрика «Самовар». Какие татарочки нравятся татарам? Самовар. Конечно же, хотелось бы начать с тех моментов, наверное, которые отталкивают. И я бы хотел отрицательный момент такой и подчеркнуть, как высокомерие девушек. Девушки бывают такие, когда парни пытаются подойти, познакомиться, они ставят некую преграду, завышают планку. Вот это есть один большой минус. Как вот ну не очень звучало, я сейчас подумал. Это так кажется тебе просто. На видео будет нормально, шикарно. Да? Да. Не совсем нравятся такие моменты, когда девушки ругаются плохими словами, используют табачные изделия в своей жизни, курение и алкоголь. Самовар. Какие же плюсы? Их очень много. Их очень-очень много. Наверное, я считаю, начнем с самого основного. Татарка. Это та, когда ты приходишь домой, дома уют, тепло, забота. Уют во всех показателях. Уют это как в квартире, в доме, когда всегда у тебя дома чистота, вкусный ужин. Сытый мужчина, добрый мужчина. Еще можно сказать, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Чем вкуснее ужин, тем прекраснее девушка. Я очень люблю, когда девушки готовят. А татарки, они готовят очень вкусно. Национальные блюда, балеш, эшпучмак, чак-чак, боурсак. Это все наши национальные блюда. Вот если мы обратимся к русским девушкам, конечно, не в обиду, попросить приготовить выпечку, и мы получим, к сожалению, ответ. Да, я с этим сталкивался, и самое интересное, что русские девушки умеют готовить, умеют вкусно готовить, но выпечку они никогда не смогут. Как моя Аби говорит, улам. Ищи татарку, знай. Также еще можно подчеркнуть такие плюсы, это как доброта, забота, забота дома и уюта. Это самые главные показатели. Забота за детьми, забота за родителями, уважение родителей. Наверное, мне нравятся девушки с образованием, девушки активные, у которых есть цель в жизни. Еще, наверное, одна такая черта нравится. Наверное, это больше уже не к девушкам относится, а к родителям, которые правильно воспитывают своих дочерей. Это такой плюс, когда ты гуляешь с девушкой, звонят родители и говорят: «Кзан, время уже 10 часов, пора быть дома». То есть есть такое, что девушка не гуляет, не ходит по клубам, а приходит домой. Такие девушки более интересны для парней, именно татар. Потому что это татарин, он правильно тоже воспитан. И он считает, что девушка также должна, татарка, быть воспитана правильно. Воспитана по татарским традициям. Если она воспитана в татарской семье, есть обычаи. Это уже о многом говорит. Показатель того, насколько она правильно себя поведет в жизни, в семье. Самовар. Подписывайтесь на канал «Штаб татарской молодежи». Пишите комментарии, ставьте лайки, пальцы кверху. Пишите комментарии, я с удовольствием отвечу. Всем пока, без булдрабас.